Хочу поздравить с днем рождения мою дочку Шейлу. Королева антистресса, так написал кто-то. Очень поздравляю тебя, мой ребеночек, с малых лет ты мне не создавала никаких стрессов, и сегодня не создаешь никаких стрессов. Действительно, королева антистресса. Ну, конечно, конечно, родненький мой. Очень тебя поздравляю. И еще хочу сказать, какой наш семейный фирменный стиль, когда мы работаем с людьми в интернете, и вообще ты работаешь еще где-то в группе. Я хочу тебе сказать то, чего многие не знают. Наш фирменный стиль, именно принцип подбора индивидуальных приемов для каждого в индивидуальной работе, и в группе. Вот когда большая группа, там алгоритм дается, чтобы каждый мог подбирать себе прием. Это я специально сейчас говорю, чтобы все услышали, потому что кто-то берет наш ролик, например, смотрит алгоритм какой-то или какой-то прием и считает, что это метод ключ и есть. И начинает по шаблону это делать. Да, кому-то подходит это действие, а кому-то нет. Надо подбирать. Да, и вот для того, чтобы до этого додуматься, мы с тобой, маленький, и с Оленом нашим, тоже психолог, если кто не знает, столько лет работали, потому что этого нет ни в одном методе мира. Нет принципа подбора путем перебора по критериям максимального соответствия, по критериям синхронизации найденного действия текущему состоянию здесь и сейчас, в тот момент времени, когда человек это делает. Именно подбор путем перебора, а не просто брать как шаблон и говорить, а мне это не подходит, или мне это как раз так подошло, что мне так стало хорошо. А сам подбор развивает личность, развивает творческие качества и адаптивность человека в любых условиях неопределенности. Ну вот я тебе поздравил, дорогая, и сказал, какой наш фирменный стиль. Потому что ни у кого, ни в каком методе мира раньше, ни в йоге, ни в медитации, ни в сильмометоде никогда такого не было, чтобы все знали, что ты действительно королева антистресса. Привет, дорогая, целую.